Какой судачок. Классный. Сейчас мы тебя будем кушать. Подготовка судака к копчению. Мороженый? Нет. Охлажденный. Занял свое место. Еще один его братик. Лишился хвоста сразу. И головы сейчас лишатся. И головы тоже лишаться будет. Голова отправилась к кошкам. Да, здесь кошка симпатичная, белая. Вытираем солью. И занял место рядом с братиком. Все, будет две рыбки, так как пиво всего на двоих, и две рыбки только. Кильню над опилочками. А что за стружки это? Ольха? Вот, горсточка ольхи. Все, закончилось копчение. Вот что получилось.